И об спорте. 28-й тур чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе не принес очков у скарбонку футбольного клуба «Гомель». Зелено-белые на домашнем газоне сустракались с футбольным клубом «Минск». Матч соседей по турнирной таблице отримался напруженным. Все вырашилось у концовцы. На 76-й хвилине Владислав Насибулин первым оказался на добивании. Про 10 хвилин Евген Бахашвили реализовал пенальти, призначенный у вороты «Гомеля». 2-0 на корысть гостей. Команда Алексея Меркулова не может перемогчи уже 7 матчей запар и займая у таблицы 11 место. У 29-м туре соперником Гомеля будет Брестская «Динамо». Матч отбудется 24 листопада у Бресте.